здравствуйте на нашем канале. Хотим вам показать один бункай. Это у нас ката Хиан Сандан. На просторах интернета некоторые мастера объясняют его таким образом. Нам объясняют. Влево кокуцудачи, учил до уки, и чё? Поставили, красота, да? После этого хейсокудачи, двойной блок. Опять двойной блок. Противнику я ничего не сделал. И после этого я от него отворачиваюсь. И что я делаю? Пум! Что-то тут не так. Я ему ничего не сделал, и я от него отвернулся. О чем это говорит? О том, что это не так работает. Как нам объясняют, не работает здесь. Неправильно, что гидан учи, и опять почему-то гидан учи. Мы ничего не делаем и поворачиваемся. На самом деле, это не два блока. Это блок-удар. То есть мы стоим, идет атака учи-ич. Дальше ни гидан ракен. Если после этого противник еще что-то нам сделает, мы делаем ски. И после этого только сбрасывая противника, мы поворачиваемся. Вот один из вариантов, который работает. Не заблуждайте незнающих людей. Учите правильно. А с вами был сенсей и Анастасия. Всем пока!